Так, нормально. В начале игры ты можешь выбрать один активный и один пассивный навык. Чтобы открыть новые навыки, спускайся ниже. Найс, я не могу выбрать ничего пока что, окей. Выжить. Я приехал в этот город... Я приехал в этот город ненадолго. По делам. Ладно. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней. Все, я закрываю рот. Я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией биозащиты. Знаете, перед самой страшной бурей всегда затишье. Какой-то любительский перевод. Я представлял масштабы катастрофы. Как будто Васян, типа, меня озвучивал. Это игра от русских разрабов, что ли? Уважаемые гости, просим вас оставаться в своих номерах. Зомбификация. Я бросился к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное ручание. Что-то рофлся, да, звучит. Разрываемый на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Случайная генерация окружения. Так как это рогалик, здесь каждый раз все генерируется случайно. Маркеры действий. Маркеры действий показывают все предметы, с которыми ты можешь взаимодействовать. Можно отключить показ этих маркеров в меню паузы. Ты можешь идти вниз. Окей, здесь управляется все мышкой, типа. Чтобы воспользоваться лифтом, я должен найти карту VIP-гости. Вы можете потратить очки голода для того, чтобы вылечиться, пока спите. Мне пока это не нужно. А! Я могу вот так вот идти. Погнали. Ты будешь терять одно очко при каждом переходе из одной комнаты в другую. Если голод на нуле, то теряется по 2 очка. Одно очко при каждом переходе из одной комнаты в другую. Хорошо. Влево или вправо? Вот в чем вопрос. Пожалуй, лево. Why not? Можно пошариться, пусто. И что, и все? Больше здесь нигде нельзя облутаться? Опа-на! Плюс нож. Плюс мука. Так, а я должен как-то экипировать нож, нет? Как создавать предметы? Выбери категорию рецепта, еда, оружие и нажми на рецепт предмета, который хочешь собрать. Все ингредиенты добавятся в ячейку автоматически. Зачем? Затем нажми на эту кнопку. Некоторые рецепты могут быть использованы только дома. Они отмечены такой иконкой. Так. Оружие. Стилет. Стилет? Стилет или стилет? Тесак. Молоток. Чё? А, молоток, труба. Оружие можно только дома создавать. Из еды напитки всякие, бутеры. О, муку можно сожрать прямо. Когда-нибудь съели прямо чистую муку щат? Не будем жрать ее, просто пойдем вниз. Как сражаться? У тебя есть два типа атак. Ты можешь нажать на монстра или его аватар, или переключиться в расширенный режим, нажав на эту кнопку. И нажать на монстра или его аватар, чтобы выбрать зону для атаки с различными шансами и уроном. Как ватс в Fallout, да? Окей. Давайте в голову. А, понятно. В голову 50% шанса. Урон 6-12. В руки очень маленький урон. Туловище 3-2-6-2. Живем один раз. Изи. Блять. Еще раз в голову. Изи. Окей, лупит он больно.
Изи. 50%. Три раза подряд. Залутать. Пусто. Зачем драться, когда можно тупо пробежаться по всем этажам вниз? Можно типа рашить? Просто вниз, что ли? А в чем смысл игры вообще? Спуститься вниз, я так понимаю? До первого этажа, да? То есть мы на сотом этаже, а нужно вниз спуститься. Металлолом. Что с Twitch модом? Ну, я пока хочу потестить обычный режим. О, здравствуйте, мистер Вурдалак, джентльмен. Изи. Сильный удар. Изи. Боже мой. Удар в голову. Все, что нужно настоящим атлетам. В этой игре много концовок. Ке. Получается, нужно дойти до конца, до первого этажа просто. Maybe стоит вернуться в данный момент. Приготовить себе еды. Но у меня из еды-то особо-то и нет. Рис и мука. Наверное, стоит все-таки еще немножечко походить здесь. Чтобы починить щиток на этом этаже, мне не хватает проволока. Но есть и другой способ. Я могу попробовать починить щиток своими силами. Вдруг получится. Такой ремонт может отнять у меня много сил, да и сломать в процессе что-нибудь могу. Не, не стоит пока пробовать. Чёрта. Тухлый лук. Изи. Сверху могу выбрать скорость персонажа. Давайте на такой скорости играть. Малая аптечка. Рыба. Лук. И даже не тухлый. И алкоголь. Вечеринка. Так, сколько у нас этажей? А я могу прочекать? Раз, два, три, четыре, пять. Минус 5 голода получается, да? Давайте еще один этаж зачекаем. Заперто, нужен ключ. Ну, погнали наверх. Так, верстак. А что значит мое вот это вот лицо? То, что я очень устал или что это такое? Типа у меня лицо зомбированное какое-то немножечко. Так, что я могу приготовить? Я, походу, ничего не могу приготовить. Лол. Any fruit? Any numbers? Могу заделать бинты, походу. Приготовить ничего не могу. А зачем я тогда, блядь, пошел наверх вообще? Так, а что касается верстака? Мне нужна доска, кусок дерева и гвозди. Металлолом у меня есть. Придется жрать, наверное, лук, рыбу. 50% шанс того, что мы отравимся и потеряем 8 от здоровья. 50% шанс. Мне всегда везет. Изи. Найс. Не потеряно здоровье. Давайте, наверное, скушаем рыбу. Алкоголь. Алкоголь утоляет голод, кстати. Лук. Короче, все сжираем. Я думаю, мы сможем найти еще пищи. Но я на самом деле ошибку совершил тем, что я пошел наверх. Мне не стоило идти наверх, я только потерял голод дополнительный. Monk of fuck. Тварь какая. 45 всего лишь. О, черт, чат. Стоит оно того или нет? Херачим. Да! Доп-ход. Найс. Еще разок. Доп! Как так-то, мужичок? В голову. Да в смысле 45% шанс? Так, он свалил куда-то. Кем он свалил? Плюс клей. Hello?
New message from дочка. Open. Папа, ты где? Я жду тебя на 85 этаже. Уже 3 часа. Я устала, я голодная, боюсь. Мандрагора. Блять. Пусто. Окей, с этим чуваком будет изи. По нему всегда попадали. ГГ. Найс. Я умру. Я не могу, я хочу бить в голову. Доп-ход. Бьем в тело. Новый уровень, наконец-то. Пусто. Fuck you! Эта тварь сюда пришла. Изи голова. Да блять, ну куда ты бьешь? Ты даже не в голову бьешь. Сучки! Заджебейтили меня, я думал, эта тварь перешла в эту комнату. Пусто. Так, я могу здесь воспользоваться лифтом? Что-то случилось с электричеством на этом этаже или выше. Синий блокнот, не прочитано. Джо умер героем, убил палкой от швабры одну из этих тварей. Дал нам с Мисси уйти, остальные схватили его и утянули наружу. Как я устал от этого всего. Мы спустились всего на 12 этажей, когда лифты перестали работать, это место превратилось в ловушку. Так, мне придется, наверное, задействовать аптечку. И повысить... Так, что дает... Что дает сила? Ну, логично, что сила дает урон и крит шанс. Скорость плюс 1.25 к урону от быстрого оружия. И шанс дополнительного хода еще, кстати. Меткость вообще-то на самом деле надо качать. Вот меткость изи. Надо качать меткость. Фак, она так мало дает. Тогда вот так, вот так. Походу надо было все-таки чинить... А, maybe здесь починить? Ремонт может отнять у меня много сил. Maybe я найду здесь провода где-нибудь, а? Пустая абсолютно комната. Кстати, вебку я забыл переместить, да, чат? Надо вебку сейчас переместить. Жизни монстры не видны. 20 хп у этой тварины. Ну сейчас-то изи в голову будет. Но это полное говно. Басурман. Чё, а почему так мало дэмэджа? 4, 8, 9 и 3. На! Минимальный урон выпадает. Живем один раз. Куда ты пошел? Да блять! Это полное говно. Он тебе хп восстановил или что? Пусто. Плюс палка. Плюс алкоголь. О май гад. Если я не успеваю их убивать, они типа себе хп восстанавливают? Или это другие совсем твари? Anyway, мне сейчас придется возвращаться домой. У меня очень мало хп. А что я могу вообще сделать? Я не знаю, типа... Я же не нахожу даже еды. Палку надеть во вторую руку. Дочка на 85-м. Ладно, кушаем. Блин, а почему так мало вообще? Как мне крафтить еду, если здесь не выпадает нифига? Типа, что мне делать реально? Еды-то просто нет. Что за рофла? В голову. Минус мое лицо. Х2. Пошел нахер. Не знаю, зачем я бью последний раз в голову, когда можно просто добить его в тело. Окей, ну это проверочная попытка. Anyway. Uh.
Эти твари худшие противники ever. Они наносят три... О, проволока! Так. А, блядь, здесь нужны провода, а не проволока. О май гад. Говнясто наше дело. Ладно, спим. Пока я спал, ничего не произошло. В моем случае это можно считать хорошей новостью. Бинты, кстати, делаются из тряпки и алкоголя. Мне кажется, что слишком как-то мало дропа выпадает, не? То есть это что за рандом вообще? Лузер! В жопу не пойду туда. Блять! Окей! Хорошо, что эта тварь сбежала. Когда это случилось, знаете, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло? Повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску, мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях, перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня. И только я остался в живых. Когда они убегают, они не обязательно заходят в комнату сзади себя, просто такая анимация, поэтому то, что ты не обыскиваешь комнату, скорее минус для тебя. Ну, если честно, пока что игра выглядит абсолютно рандомной. То есть, что за бред? Получен достижение неравный бой. Опачки, кровь мутанта и кола. И обрывок фотографии какой-то или газеты. По всей видимости, имеет связь с другим убийством, произошедшим в 20 километрах к западу от города. Молодая женщина была насмерть забита кувалдой. Однако ни следа изнасилования. Ни грабежа не было найдено. Единственная камера наблюдения, установленная в этом районе, смогла заснять только смутную тень, убегавшую с места преступления. Зря я не выпил кола, наверное. А я могу сейчас выпить кола? Кровь мутанта, здоровье ноль. А, мне кола-то и не поможет, мне же хилки нужны. То есть, да. Тут как бы ГГ. Anyway. Надо передохнуть. Передохнешь в аду, мужик. Тут сори ГГ. Так здесь нельзя с первой попытки игру пройти. Так бы и сказали. То есть здесь мы обязаны умирать, чтобы новые навыки открывать. Вот оно в чем дело. Как... Понятно, окей.